네가 아직 못한 세상 알려주고 싶어. So baby can I be your boyfriend? Can I? 네가 원한다면 그걸 전부 주고 싶어. Добрый день, любители и фанаты, и болельщики Евгения Медведева. Хотелось бы сказать, что сегодня новая песня вышла, Blooming Day, то есть означает цветущий день группы EXO, то есть это любимая группа EXO Евгения Медведева. Вот. И у нее задавали такой вопрос, как Китай, Япония, Корея, откуда такая любовь к Дальнему Востоку? А Евгения ответила, что как-то так получилось, пожимает плечами Женя. На самом деле в Китай я еду впервые. Что касается Кореи и Японии, то действительно люблю эти страны. Отличие: в Корее больше пространства, в Японии все такое маленькое, миленькое. В Токио моей целью было попасть в семиэтажный аниме-магазин. Купила, честно говоря, немного. Я в своей жизни пересмотрела много аниме, но не на 7 этажей, смеется Медведева. Купила плакаты, которые повесила в своей комнате. Кто это? Сакуя из Норн 9. Кстати, улитку я назвала Сакуя. Поесть чего-нибудь запрещенного в отпуске можете? Сладости, например. Я не любитель тортов и пирожных. Если передо мной стоит выбор съесть что-то нереально калорийное или фрукты-овощи, я выберу фрукты-овощи. Получи не меньше удовольствия. Макдональдс? Я уже настолько от этого отвыкла, что даже не тянет. Я этому очень рада. Ваша любимая музыка, это получается EXO, да, корейская группа. Да, я обожаю, я очень-очень люблю, и я мечтаю попасть на концерт группы EXO. Напомню, что EXO — это корейская группа, состоит из 8 человек, то есть 8, вернее, парней там поют, у них хореография очень классная, так что посмотрите. Сегодня у нас вышла их, вернее, не у нас, а у них вышла песня Blooming Day, цветущий день, исполнение группы EXO. Вот такие дела. Кей-поп в группе корейской кей-поп, то есть она очень-очень любит эту группу. То есть EXO — супер популярный южнокорейско-китайский бой-бренд, бенд или бой-бенд, да. Поклонница этой группы зачастую путешествует по маршруту концертов мальчиков и посещает одну и ту же программу по несколько раз. Вот это да. А вы как думаете, вы поклонники EXO, вы любите южнокорейско-китайский бой-бренд? Напишите в комментариях, буду очень-очень рада. Ну, лайк! She told me you'll never
Yeah.